Хотим, конечно. Чё почём? Королева, я минет с доставочкой хочу. Оплата курьеру, но... Ринду Королёва, Евгелев, хате всем пизда, будет жесткий троллинг. И... Так вот, короче, минет с доставкой хочу. Ну, оплата курьера, но минет пусть не курьер делает, а кто-нибудь другой. А, жалко. А в подъезд есть доставка? Подаю пирожки с капустой, творогом, картошкой, домашняя теплая пицца, пироги с овощной начинкой, сосиски в тесте, самса, шаурма со вкусом члена узбека, а также булочки с повидлом. Покупайте мои. Сладкие клиенты, всех люблю и целую, пока-пока. До забора. Блин, а до гаражей. О, отлично. Тогда мне, пожалуйста, один минет за гаражами. Алина Проха тащит записано жестко. Спасибо. Сколько там по деньгам будет? Да какого черта вы уже это самое, заходите и уходите? Вы уже определитесь. Минет за 1 рубль скидка к одним женщин. О, неплохо. Это мне по карману. Только член должен быть по критерии. Брат за брата, сестра за сестру, брат за сестру, сестра за брата, держимся вместе. Блин, звучит как план. Братья Акробата. Ага. Если вы много нервничаете, закажите минет за 3 рубля от Старства. Вам поступит немедленно полная расслабуха с Ириной Блядской до 9. Блин, я не успел это самое объявление послушать. О, здорово, Алина. Алина, у меня хуй со вкусом спелая малина. А, что скажешь, Алина? Пошел нахуй. Чего у тебя за щипцы, блядь? Цирюльник ебаный. Алина, убегаем, тут Джейсон. И, по-моему, он чего-то мне хочет отрезать, что не отрастает. Что ж ты творишь, я же зайти не успел. О, другое дело. Давай-ка мы ему сюрприз сделаем. Вот он удивится, наверное. What about dance? I can show you some moves. Check this out. Оп, оп. You are not dancing persona. This is my way. This is my style. Help to escape. Through a window. Джейсон, ну, пососи хуй Алины. Это да.
Джейсон, ну, пососи хуй Алины. Алина, ты шлюха, позови своего друга. Алина, ты шлюха, позови своего друга. Она, по-моему, позвала. Джейсон, ну, пососи хуй Алины. Неплохо, вот это неплохо. Зря она это сделала, точно зря она это сделала. А чё она сделала? Джейсон, ты дебил, мать твою. Когда я туда подошла, позвала своего друга. А, неплохо. Джейсон, ты дебил, мать твоя спидозная. Джейсон этот... Щипцы у тебя большие, Джейсон. Словно ты этот... Цирюльник ёбаный. Ты мне главное не отстриги чего-нибудь, что не отрастает. Всё, давай. Мать твоя шлюха, Джейсон. Ну да. И отец тоже. У него, по-моему, вся семейка такая. Сомнительная, так сказать. Ты чё делаешь, долбоёб? Сука, на вот тебе. Иди скорей. Посмотри, Джейсон там делает что-то противоестественное с Гешей. Джейсон, твоя мать сосала член Алины. Это да. Глен, тут же магнитофон вроде был раньше. А, вон он. Алина шлюха, ее трахать, ее брат. Ее брат, это ее батя вроде. Алина шлюха, ее трахать, ее брат. Ее брат, ее батя. Одновременно. Да, блин, нахуя ты выпрыгиваешь-то? Я подойти просто хотел. Джейсон, еби Алину глубоко, она проститутка. I hope I'm doing this right. Алина, ну-ка обезвредь ту ловушку. Пожалуйста. У меня тут где-то этот ключ. Наверное, в этой. Алина, ты шлюха, позови своего друга. В подвале, наверное. Алина, ты шлюха, позови своего друга. 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 Королева. Алина, ты шлюха, позови своего. У тебя голос приятный. Блин. Алина, ты шлюха, позови своего друга. Пойду ключ поищу, ёбаный народ. Алина, ты шлюха, позови своего друга. А вот хуй тебе, Джейсон. За щёчки. Алина, ты шлюха, позови своего друга.
Алина, ты шлюха, позови своего друга. О, благодарю. До центра подбрось, пожалуйста. Алина, как глубоко ты сосала хуй своего друга? Что же ты делаешь-то? Сука, Джейсон, а высаживает меня, но ты и педик. Алина, как глубоко ты сосала хуй своего друга? Алина, как глубоко ты сосала хуй своего друга? Ларин, да, ты чё, я ж тебе писала, не садись, какого хрена ты сел? А, блин, я не видел, сорян. Это же Тима, ебаная, это Прох, Алина, проститутка. А, понятно. Местная. Я не видел Гешу, прости, пожалуйста. Да то королева их проведет по полной. Это да. Забыла ма. Так они чё, с Джейсоном в команде? Да. Это Прох, Алина, проститутка. Вот же пидорас это, а. Она, короче, меня оскорбляла до этого на катке, я ее машиной переехала нахрен. Я даже знать не знаю, кто-то сказал, типа, Евгения, там, что-то. Я ее переехала. Просто. И все, ладно, закончилось. Но она продолжает выебываться. Ну, сейчас мы ее накажем. А я вижу, ты ее в команду позвала. Я подумал, это наша. Нет, этот Амик Кумар ко мне добавил. А, ну все, ясно.